сейчас угадайте, я спрашивала. Елисейка умывает. Умывает девочку. Капидон. А Ксюша. Ленкин. Один у нас еще один товарищ спрятался. Это под сиденьем. А кто с нами едет? Где там наши пыхтелки? Вот они. Маруся, красотка. Лёля, Лёль, Космос, Кос, посмотри на меня. Маруся, а Маруся, Космос, куда вы залезли? Что, гуляем, прогуливаемся. Акса, мы идем в ту сторону. Молодцы, молодцы. Где вы тут, потеряла вас из вида? Вот такие вот грозные собаки приехали на выставку. На всех глают. Да, гуляю. Сразу 6 взяла. Тяжело. Вот мы по 3 гуляем. Маруся вообще первый раз на выставке собак. Она столько на племосмотре была. Вот. Немножко шугается, конечно. Елисейка тут вообще... ведет себя активно. Акса уже знает. Купидончик. В общем, все отлично. Пойдемте, пройдемся. Аксу оставились. Мальчишки трое. Три мальчишки на прогулке. Прогуляться, понюхать. Оставить свои метки. Елисей, как всегда, впереди. Купидон. А Космос телится сзади. Он недоволен. Да. Он недоволен. Он очень не любит выставки. А вот эти мальчишки очень любят. Он все такие. А Космос сказал, знаете что? А не пошли бы вы подальше, да, мой мальчик? Марусенька, ты готовишься, Маруся? Так, а здесь у нас кто? Здесь у нас, здесь кто? М? Космос. Лёля, Акса. Ты красавица. Сегодня 14 октября 2023 года. И мы приехали на выставку собак всех пород, которую проводит клуб Ника в Крыму. Мы находимся в городе Евпатория. Вот так идет подготовка. Так вот, кто-то получит призы такие красивые. Идет регистрация. Можно угоститься вкусными конфетками. Кстати, спасибо. Спонсоры. Продаются разные нужности, как всегда, важные. Смотрите, какой... Здравствуйте, здравствуйте. Смотрите, какие у нас красивые наши друзья-пуделечки красные приехали на выставку. Приехали продавать. Вот, кстати, видите, они в продаже. Вот расскажите, кто это у нас, мальчики, девочки? Мальчик и девочка, настоящие тоечки. Вот кто влюблен в наших... Уже вот готовы, смотрите, к переезду. Все, мордашки, видите, какие выбритые. Вот, это абрикосик и красный. Так что, если что, ко мне пишите. Да, доставка есть. Вот, это всякая красота. Важная, нужная. Посмотрите, какое знакомство происходит. Это Космос и его сыночки. Персей и Патрик. Первая встреча. Папа, твои дети. Дети, кстати, ищут своих владельцев. Мальчишки продаются. Так что по вопросам приобретения этих красавцев уже полностью готовы. Практически выросли. Привиты, документы РКФ. Вот такие вот чудесные мальчишки. Гляньте, это вообще копия папы. Только с беленьким. Да, Космос? Признаешь? А... Патрик немножечко на маму похож и окрасом. Да, мама что же голубая у нас. Вот такие вот дети, папин и мамин. Елисей уже рвется. Рвется в ринге. Да, мой хороший. Началась выставка. Это уже у нас щеночки. И первое место заняла красотка пантера. Вот такая чудесная крошка. Поздравляем. Бести Бэби, самая большая собака выставки, заняла первое место. Поздравляем. Малышка в поисках папы и мам. Посмотрите, вот эта невероятно крупная собака.
второй раз уже победитель Веста Бэби. Поздравляем вас. Вот такой вот маленький чемпион. И закончился Бест щенков. Победители. Даже есть стандартный бультерьерчик. Ты общаешься с Космосовичем, да, Елисей? Патрик. 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 Такие вот красивые собачки. Да, да. Лаборки. Лаборки. Выступает фараонова собака. Мальчишки-сыночки. На! Ты мой, скажи, обманываете тут. Предлагаете, ничего не даете. Хорошуны. Танцует красивого окраса необыкновенного. Ты мисс очарование? Ты Вонечка? И красивая такая. Бест ветеранов. Это собачки от 8 лет. И, кстати, далматинчику я узнала 12 лет. Вот такая прелесть. Первое место занимает в Бесте ветеранов русский той терьер. Вот, награждают. Третья группа. Спасибо.
Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Лёлечка. Ля-ля. Лёля. Стоять, простите, помогайте. Шалы сзади, конечно, с тобой встречаем. Давайте попробуем. Вот так. Молодцы мои девочки. Хорошо. Кто у нас младшенький? Она чуть-чуть. Она младшенькая, да? Да, но она, да. Это молодой класс, да? Мои девочки, хорошо. Кука, ты улыбаешься. Улыбается, ага, реально.
Ума. Все. Где восьмой? Подожди. Сидеть. 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 С